Привет всем! Пришел ко мне объектив Yangnuo с Китая, 50 миллиметров, диафрагма 1.8. Сейчас посмотрим, что внутри. Так, смотрим. Такая фирменная упаковка Yangnuo. Так, и продавец добавил еще тряпочку для протирания линз. Так, здесь у нас дата изготовления. Паспорт на английском языке, ну и на китайском. Так, упаковано так. Гель добавлен. Силикагель. Прорезиненная регулировка. Ну, так на вид копия Кайна. Даже может и лучше. Ну, понятно, что из дешевых объективов. Автоматика, ручной режим. Так, ну сейчас попробуем вставить его в камеру, посмотреть, как он фокусируется. Ну вот, как видим, скорость фокусировки намного быстрее, чем у Кэноновского. Да, кстати, хотелось бы сказать по звуку. Многие пишут, что звук фокусировки очень громкий, но мне кажется, он даже тише, чем на моем китовском 18-55 объективе. Фокусируется очень четко. И очень быстро. Раза два быстрее, чем Canon. Так. Ну, сейчас добавим еще снимки именно самого фото.